16 января 2017 года у нас врачи-терапевты участковые, которые работают во втором терапевтическом отделении, переводятся в филиал поликлиники Ленина 131. Данная необходимость, она была очень давно по просьбе населения в связи с производственной необходимостью. Все жители 12 микрорайона, 3А, 3Б микрорайона будут теперь обслуживаться в филиале. Это нужно для того, чтобы приблизить медицинскую помощь. Отделение профилактики номер 2, там, где клиенты проходят медицинский осмотр, они переезжают на третий этаж поликлиники. Поэтому медосмотры там проводиться не будут. Только лечебно-диагностические мероприятия. Это первый момент. И второй момент. Режим работы врачей будет установлен таким образом, чтобы пациенты приходили в течение всего дня с 8 часов до 19 часов. Забор крови будет осуществляться в первую половину дня с 8 до 10. И туда еще мы организовываем в филиале прием врача-невролога и прием врача-нарколога.